8 лет назад ушла из жизни легенда советской эстрады Людмила Зыкина. Ей рукоплескали и простые люди, и высокопоставленные чиновники. Она покорила страну своим удивительным голосом и песнями, которые исполняла. Народные, столь знакомые и близкие русской душе. Сразу после смерти Людмилы Георгиевны был создан фестиваль «Любовь моя, моя Россия». И в этом году он проходил в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Традиционно в день ее рождения и накануне Дня России. «Любовь моя, моя Россия» посвящено, конечно, нашей самой великой, прекрасной стране, в которой, которую мы считаем своей родиной. И Людмила Георгиевна Зыкина боготворила это слово. И не случайно свой коллектив, который она создала, назвала «Россия». Помимо артистов ансамбля «Россия», созданного Людмилой Зыкиной, в фестивале приняли участие народные коллективы из разных регионов нашей страны. Национальный оркестр из Владикавказа, академический хор русской песни «Гостелерадио», сами уже ставшие легендой «Бурановские бабушки», которые, кстати, своим созданием обязаны Людмиле Георгиевне. Именно она приезжала на 80-летие к нам в Удмуртии, на свои 80-летие к нам в Удмуртии и благословила нас вот на такой вот творческий путь. И мы состоялись именно как бурановские бабушки благодаря Людмиле Георгиевне. И поэтому сегодня вот участие на таком фестивале, конечно, для нас это просто счастье. Погода в этот день располагала к тому, чтобы провести время на свежем воздухе, поэтому фестиваль посетили сотни жителей Ленинского района и гостей из Москвы. Люди приезжали целыми семьями, чтобы послушать русские народные песни и насладиться завораживающими звуками музыки. Хорошая погода, хорошие коллективы выступают, интересный репертуар. В общем, можно сказать, положительные эмоции. Все это великолепие было бы невозможным без отлаженной организации, которую обеспечили сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские», где ранее уже проходили мероприятия, посвященные Людмиле Зыкиной. Мы как культурный центр, мы знакомим население, живущее рядом с музеем, посетителей нашего музея, со всем многообразием культурного наследия нашей страны. И ансамбль России, те коллективы, которые участвуют в этом фестивале, это высокопрофессиональные коллективы. В планах у организаторов продолжать тесное сотрудничество с ансамблем «Россия» и фестиваль, посвященный Людмиле Георгиевне Зыкиной, каждый год проводить в Горках. Юлия Погосян, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.